Добрый вечер всем. Хочу вам показать такое интересное поведение Каланхои. Дочка мне купила из Италии, подарила, отправила аж оттуда вот 4 каланколя не разных цветов. Вот такая красавица розовая. Вот какая красавица. Белая и желтенькая. Им уже по 7 месяцев, как они цветут. Очень красивые. Но вот только белая, я их чищу, только вот белая завязала семена. Представляете? Белый цветочек завязал семена. Конечно, я семена не оставлю. Вот видно. Здесь нету семян, она пустая, но вот тут вот есть семена, семенная коробочка. Представляете, их очень-очень много, вот особенно белый сорт. Завязали семена. Конечно, я семена не оставлю, вот даже видно, есть которые есть семена, они пухленькие, полненькие цветочки. Вот они видны. Вот. Не все полные. А вот эти, они высыхают. Вот. Высыхают. Не завязали. Конечно, я их стригу всегда. Вот которые отцвели, я их уже удаляю. И они дают вот новые побеги. Вот они. Все новые, 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 новые. Я их удаляю. Они обновляются. Просто мне так стало интересно, что только белый цветочек каланхои завязал цветы. Конечно, он в доме завязал. Не на улице, в доме. Им уже 7 месяц, как они цветут, цветут, цветут. Они были вот такие маленькие, компактные, но они уже разрослись. Вот мне нужно будет потом все это, все постричь, чтоб осталось только карликовый цветочек. Но они вот дают даже корешки, я видела. Они вырастают. Потом дают корешки. Видела, вот, наверное, на желтой. Вот они, да. Вот. Они дают вот корешки. Это знак, что нужно его отломать и просто посадить. Или им тесно. Вот они дают корешочки. Можно вот отломать и посадить. Они начнут расти уже новые цветочки от пасынков. Вот я стараюсь их чищу. Они падают, эти цветочки. Особенно эти красивые такие оранжевые цветочки. Как будто солнышко. И желтенькие такие красивые. Как солнышко. Белый как снежок. Розовые очень красивые, как будто розочки. Очень мне нравятся. Они, конечно, не лекарственные каланхои. Вот у меня есть тут каланхои. Они то растут, упали по горшочкам. И они сами растут, где хотят. Я их потом выращиваю, откапываю, потом пересаживаю. Вот, хотела вот показать такое интересное, что я даже сама удивилась, как это так, они завязали семена. Конечно, я семена не оставлю, потому что уже легче черенковать листиками, чем семенами. Зачем мучиться семенами? И вот они цветут, по цветочку вот остается. Маленькие цветочки по бутончику, по два. И не радует глаз.
Вот можно вот, когда цветут, вот эти маленькие отчеренковать, и они вырастут вполне хороший цветочек. Их не нужно оставлять, обязательно нужно стричь, потому что у них потом вид некрасивый, а когда вот такие компактные цветочки, вот они, красивенькие, уже по-другому показывают свои цветочки. Они уже разрослись у меня. Я после цветения начну их стричь. Будет стрижка такая хорошая, конкретная. И будем размножать. Вот какая у меня информация интересная. Я просто никогда не видела. Никогда не видела, чтобы они семена давали. Это я впервые. Впервые увидела, что семена есть. Всем пока-пока. Доброго дня!